Я хочу посмотреть это самое. Где мы в прямой трансляции, что ли? Да нет, братан, какая там трансляция? А, ладно. Нет. Потом покажешь на YouTube. Мишаня! Ладно, окей. Махунга! Бабосы, бабосы! Братишка, иди сюда, братан! Бабосы сразу! Мы тебе машем, машем, а ты к нам не подходишь. Иди сюда, братское сердце. Как твои дела? Нормально. Ты куда намылился? Да так, домой, я у бабушки живу, так что домой. Что за документы у тебя? Да так, это самое, по делам, короче. Тебя как зовут? Миша. Мишаня, борода у тебя знатная, брат. А вот кучеряхи вообще торчащие, мне очень нравятся. Круто. Сейчас я задам тебе 5 вопросов. Если ты на них отвечаешь правильно, ты получаешь 1000 сестерцев. Если ты не знаешь ответ, ты берешь у меня микрофон и спрашиваешь у людей. Ну, типа, подскажите правильный ответ. Хорошо. Заметано. А что такое сестерция? Рублей, братиш. Окей. Я думал, крипта, может, какая-то. Соображаешь в этом? Ну, в крипте, да, чуть-чуть. Ну, как соображаю? Я чуть-чуть интересовался. Вот, такие дела. Что сейчас выгодно? Ну, не знаю. Биткоин, говорят, до 2146-го расти будет. Подлюка, да? То есть предлагаешь писаться в этот блудняк, правильно? Да хрен его знает. Это то, что говорят, что до 2146-го. А что на самом деле, не знаю. Я чуть-чуть африканских купил. Ну так, совсем чуть-чуть по фану. Зинкоины эти. Я в этом ни хрена не соображаю. Окей. Спонсор программы канал Решата. Решат, спонсор нашего канала. Да. Переходите на канал Решата, и вы увидите, как Решат задает мне вопросы, а я на них отвечаю. Все. Точно есть бабки? Конечно, бабки есть, братан, бабки. А что за канал-то у вас? Канал называется Негодяй ТВ. Решат, а у тебя как называется канал? Дегустационный патруль. Все. Заметано. Хорошо. Хорошо-то как? Покажите, где канал-то у вас. Обязательно. 9 умножить на 8. 72. 72. Подержи, пожалуйста. Я не знаю, как он вынести всех, кто с ним сработал. Я не доволен. Ла-ла-ла. Назови имя единственного президента СС. Сколько там С? СССР. Горбачев. Горбачев, да. Я хочу посмотреть это самое. Где мы в прямой трансляции, что ли? Да нет, братан, какая там трансляция? Ладно. Нет. Потом покажешь на YouTube. Мишаня! Ладно, окей. На каком континенте находится Мексика? Северная Америка. Ты подглянул в мой телефон? Да не подглянул я. Сейчас до этого такое было просто. Прямо на наших глазах парень сделал девушке предложение. Охуенно. Ты все увидишь. Можно материться на вашем канале. Даже можно пернуть. Сколько тебе лет? 22. Поближе можно тебе, пожалуйста? Ну, давай. Вижу небо, в нем тишина, я поднимаюсь к небу, еле дыша, и вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Как нелепо жить вниз головой, когда такое небо есть надо мной. И кажется, звезды можно достать рукой. Я и не видел, что этот мир такой. И вместе! Okay. Боже, какой пустяк! Сделать хоть раз что-нибудь.
Не так. Не так. Решат. А что за песня? Нужна помощь. А что за песня-то? Итак, трио. Давай. Выкинуть хлам из дома. Выкинуть хлам из дома. Старых позвать друзей. О, ребят, покажите, что за канал. Что-то всерьез менять. Не побоюсь в мелочах потерять. Свободно только небо над головой моей. Канал-то покажите. Так скажу спасибо Решата, который вытянул тебя на четвертом вопросе. Наш спонсор Решат FM. Решат FM. Миш, пятый вопрос. Пятый вопрос. Не расслабляйся, Мигелю. Не расслабляйся, потом все найдешь. Самый сложный вопрос, который мог бы когда-либо быть на этой планете. Как называлась война, длившаяся с 1700 по 1721 год между Шведским королевством и коалицией государств Северной Европы? Северная война? Нет. Аллилуйя! Благодаря нашему спонсору, а спонсор это Решат и его канал, который будет в описании, и называется канал «Дегустационный патруль». Помимо дегустационного патруля, дегустационного патруля. Сука. Помимо дегас... Короче. Кто не русский, я или... Помимо патруля, там будет видос, где Решат задает мне вопросы, а я на них отвечаю. Бабоса. Бабоса. От нашего спонсора Решат. А? Игрушечный, ты прикалываешься? Мы серьезные ребята. Что? Не, ребят, это... Подожди! Так хорошо держался, такой молодец. Так все отвечал просто. Легко. Я выиграл. Странная херь. Не, Мишка прикольный парень, конечно. Здравствуйте. Пообщайтесь с нами на стойку. Что же время показалось? Чувствую, что косарек достанется мне, да? Благодаря Мише. Благодаря Мише, я сегодня тоже в наваре. Отлично. Ну, Мишаня. Конечно, только для своих мы делаем такую рекламу, для своих пацанов. Даже, спасибо. Только для своих пацанов. Решат уже был у меня в видосе, даже не в одном. Мы с тобой и ходили, кушали плов. Кушали плов. Однажды я сделал сходку. Девушка, прошу вас. Скажи, тебе вопрос вот сейчас, просто такой. Все думают, что легко быть блогером. Это на самом деле ведь не так, правильно? Я не знаю. А кто знает? О! Давай пацанчика взгреем немножко. Давай, давай, да. Есть время, брат. Все очень просто. Ты участвуешь в моем шоу. Это шоу заканчивается, я тебе плачу 1000 рублей. Давай. Сейчас? Да, сейчас прям. Здорово. Как зовут тебя, братское это сердечко? Дмитрий. Димон, я Евгений. Можешь называть меня просто Жека. Ну, типа Жека из металлки. Хорошо. Понял, да? Ты на производстве, да, сегодня? Да. Уже отнес посылку? Уже, сейчас понесу. А, там у тебя что-то... Нет, иду забирать. Время есть? Есть время. Отлично, отлично. Нет, я не спешу. Значит так, ты представляешь, я только что спросил, как тебя зовут, и тут же забыл. Я как рыбка Дори. Говорю, 4 секунды, все, у меня все из башки Димон. Вылетает. Димон! Не подглядывай. Димон, хитрец такой вообще. Че, нормально по бабосам-то? Да. Да? Да. Ну, я тыщенки, как на машине. Тыщенки 2-3 в день. Да, да? Можно. Если можно, с утра да. работать. С утра до ночи? Ну, с утра часов с 8 там до 7. До 7 тыщенки 3 можно залохматить. Ну, 2,5. 2,5. Ты пешочком? Я пешочком и на транспорте. Ага. Так. Это чисто по хавке? Нет, а, я курьер, я не еду на что. Что-то хотел еще сказать. Давай, подумай. Надо подумать.
Надо подумать, надо подумать. Да, кстати, этот косарь я могу разыграть в Инстаграме. Ты видел прямые эфиры мои, да, в Инстаграме? Я видел, смотрю. Прямой эфир, который я делаю в Инстаграме, и в котором я делаю совместное видео с кем-то из вас и задаю вопросы.